Что ж, всем привет! Сегодня у нас на обзоре будет вот такой вот волчок Бейблейд. На японии его называют Spriggan Requiem, а я его буду называть, как у нас, Spryzen Requiem, поскольку Spriggan Requiem, ну, как-то не звучит. Полное его название это Spriggan Requiem или Spryzen Requiem 0ZT. ZT, уже умер, да. И здесь показана запускалочка, только меня лишь одно нервирует. Почему здесь вот такая вот ручка, а не такая, которая, какая должна быть? То есть, сейчас, сфокусируется, вот такая вот, которая, вот такая вот. Что ж, перейдем сразу же к деталям. Он выбрал в себе особенности 4 Берри. Особенности от Дрейнов Мира, это две резиновые вкладочки, которые позволяют ему ускоряться. От Экскалиуса и от Луинора то, что у него есть металлические детали, это вот эта вот центральная деталь. От Волтреека, год Волтреека, я не знаю, что, в общем-то. Ну что ж, сразу же распаковываем, сразу же говорю, он серии B110, старт, значит, там запускалочка есть, но это и показано. Баланс, двойное вращение, Burst System, то есть система взрыва, и God Layer System, это здесь тоже написано. От фирмы Z3, поэтому что-то, походу, будет не так, как надо. Распаковываем. И вот все, что у нас в комплекте. Почему-то камера не хочет фокусироваться. Вот, фокусировалась. Волчок сам. И наклеечки. На потом, смотрите, ясно. Теперь лента. Лента. Вот такой вот ключ, который не должен быть. Должен быть вот такой, что здесь вот дырочка, а не здесь. Ну ничего, режим можно переключать, но значит можно. Такую вот, вот эту вот можно приобрести где-то отдельно, что уже, если, конечно, можно. Ручка серая, с такими вот белыми вставками. Запускач вот такой вот, особенный, двухсторонний. Left-right, написано право-лево. Здесь с красным таким вот ободком, вот здесь красные. Красные-белые переменяются, не черные-белые, как в обычных запускачах. Здесь можно прикрепить бейлогер за вот эти вот две штучки, если у вас есть, у меня его нету. И теперь самое главное. Нам обещали то, что черная лента дольше обычной. Это не мой первый набор. У меня еще есть такая вот, от набора из Z-Хилесом. Думаю, вы знаете, там, короче, такая с двухсторонней лентой, даже у меня и шла, что у меня от Z3 он был. И разочарование. Лента такая же. Ну ничего ж. Она же двухсторонняя, значит, не будет ломаться с пластика, а не из резины. Значит, не будут зубчики ломаться. Это хорошо. Скрепляем. Хорошо ли крепится? Так как я знаю, что такие, что типа оно так свободно тупо ездит, все. Нормально. Для того, чтобы ее класть, надо какие-то усилия принять. И можно запускать. Запускалочку с ручкой. Я знаю то, что, короче, может быть такие случаи, когда как бы не прикрепляется никак. И здесь немножечко-то усилий приходится прикласть. Но это хорошо, значит не будет вылетать. Вставляется. Все хорошо. Ну что ж, переходим к самому интересному, что здесь есть. Волчок. Он здесь в пакете. Такая помню, как вы знаете, должно быть он такой к стенках пришит. Вот. И что ж, мы имеем в итоге. Энергетический слой, силовой диск и наконечник. Наклеечки вот такие вот. Они на наконечник, бейлогер или на диск, клейте куда хотите. Я буду на бейлогер, если у меня он появится. И на запускач, точнее на вот эту вот. Так, сейчас вытащу. Зря я впихнул все-таки туда. Вот эту вот штучку. Наклеечки вот такие вот. Клеить я их не буду. Пока что на видео не буду показывать, так как на энергетический слой это не нужно клеить. Что же особенного в энергетическом слое? Во-первых, он сам по себе очень красивый. Во-вторых, у него здесь должны быть две резиновые вставочки. И они чуть-чуточку так-то прорезинены, поэтому мне так кажется, что они-то прорезиненные. Просто если потрогать вот здесь вот пластик, и вот здесь вот, то
что здесь реально другие ощущения идут. Здесь реально как будто немножечко такой прорезиненный. Но наверняка для ускорения этого, ну, не совсем будет хватать. Там уже коснуться сюда, Бэю, во время боя, это как-то нереально, мне кажется. Вот здесь реально металлическая форма, так как вот здесь вот даже видно, что это металл. И вот основная его особенность. Берем вот эту вот штучку. И переключаем режим вращения. Сейчас он у нас правосторонний. То есть эти вот штучки, они как бы закрепляют. Сейчас правосторонний режим вращения. Но сейчас попробуем поменять его. Готово? Левая сторона. Идеально. Все хорошо меняется. Немножко усилий приходится, конечно, прикладывать для этого, но все же. Силовой диск здесь непростой, особенный. Силовой диск потертый-то почему-то у меня. Я не знаю почему, но по идее в таком цвете он не должен быть. Ну ничего. И он под номером 0, значит он самый тяжелый, который есть вообще. Среди всех бэев. Ничего страшного, почищу его как-то. Отшлифую, отполирую, и будет белый, нормальный, красивый, хороший диск силовой. Что же в нем особенного такого? Он круглый, и здесь только можно зачепиться бэй для того, чтобы его взорвать. Поэтому очень хорошо. И наконечник, это самое, чуть ли не самое главное, что есть в разе на Рекфинга. Его наконечник уникальный. Называется он Зета. Откуда я узнала его название? На коробке сзади написано все. Здесь вот. И что ж мы имеем в итоге-то? Вот такой вот значок-то здесь, на который наклеечка клеится. И режимы переменяются. Вот это вот режим выносливости. Почему он выносливость? Вот здесь такая плоская штучка. Но если вот видите на камере, что здесь небольшая такая пупырочка, на которой он в общем-то и крутится. Но когда он начинает свою вращательную силу, уже у него совсем мало ее, то он начинает шататься. И вот эта вот плоская поверхность, она берет и задерживает его. Поднимаем, немножко туговато поднимается, но ничего. Второй режим — это атака. Почему же он атака? Думаю, вам видно. Почему же он атака? А вот почему. Вот здесь вот он такой немножечко подизогнутый. Вот здесь вот это видно. И он вот здесь плоский. Здесь. И вот здесь вот только в этой вот точечке небольшой. Он немножечко подизогнутый. И, в общем-то, благодаря этому он очень активно по арене гоняется. Да, я уже это проверял. Представьте. Я уже его распаковывал. И вот. Вот. У нас режим защиты. Он такой большой. Круглый, благодаря чему он хорошо защищается. Вот эти вот две штучки они обеспечивают, когда он шатается, немного, чуток, короче, его задерживают. Мой любимый режим пока что это выносливость, поэтому его ставим. Я не знаю почему, он мне очень понравился, просто потому что он как бы чуть-чуть и защиты им дает, да, и вот собираем его. Сейчас он мне в правую сторону вращается. Поэтому так вот выглядит. И что же я могу сказать? Купал я его за 160 гривен. Думаю, вот этот вот набор за 160 гривен вполне себе нормальный. Покупать его смело можно и не бояться о том, что что-то такая ерунда какая-то попадется. Поэтому мне это очень хороший набор за 160 гривен. Поэтому очень хорошо. Можете его смело, где увидите, такой покупать. Но если вам нужно, чтобы он был прям такой, чтобы супер-пупер там прям в точь, то покупайте, конечно, оригинальный. Но если вам это не очень-то и надо, то какой смысл? Поэтому заканчиваем видео. Всем спасибо за просмотр. Всем ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем спасибо, всем пока.